Друзья, я сейчас нахожу на берегу озера Сенеж, которое еще полностью во льду. Я вот прошла далеко-далеко оттуда. Вот. Здесь вот местный житель. Мы с вами начинаем постепенно изучать тему первой помощи на этой странице. Я очень рада, что вы присоединяетесь постепенно. Буду вам шаг за шагом, дозированно давать информацию, словами, образами, видео. У нас очень здорово, что записано много-много видео обучающих, где мы показываем практику. Эту практику можно в домашних условиях практиковать. Вот. Очень здорово, что у нас теперь есть эта функция онлайна, потому что 8 лет подряд я организовывала только в Зеленограде, это Московская область, и всегда мечтала, чтобы как можно больше людей могли пройти обучение. Сейчас вот мечты сбываются через наше обучающее видео. Да? Смотрите, какое пушистое. Очень. Тут рядом кафе, это кафе, тут поэтому так вот симпатично все. И здесь постоянно подкармливают. На самом деле здесь не одна кошка или кот, я не знаю, кто это. Вот, поэтому вот такие довольные сидят. Сейчас такая ближе к весне погода на улице. Но у них есть где тут погреться, я посмотрела. Очень комфортно они себя чувствуют. Вот. Так что всем добро пожаловать и начинаем. Сейчас вам покажу еще вот виды красивые.